Меня это повлияло только таким образом, что сложно купить какую-то одежду, что-то вроде того, обувь, там, бренды, вот в этом плане. В целом все. Вот. Ну, еще, ладно, вспомнила путешествия, да, сложность с путешествием по миру, вот, но не то, чтобы это сейчас в приоритете на первом месте, вот. Тебе спится Москва, твое небо не в гаре, и не воет сирена натужно в ночи. Настает новый день, вы спокойно поспали, все в порядке у вас, москвичи. Да, сейчас есть проблемы, их знаете сами. Что-то стало дороже, сложней получить. Но ведь это все мелочи, правильно, заяц. Драгоценные вы, москвичи. Что пожелать вам, москвичи, на прощание? Чем отплатить за понимание, сострадание? Не волнуйтесь, москвичи, слишком очень. О гиляках и ножах все-таки. А когда вдруг домов вы своих не найдете, от всего бесполезными станут ключи. Может, пусть и немного, но что-то поймете, и проснетесь тогда, москвичи. Хорошеет Москва, строит новые здания, лучший город для жизни, но может почти. Трудно будет сказать вам, Москве до свидания, попрощаться с Москвой, москвичи. Что пожелать вам, москвичи, на прощание? Чем отплатить за понимание, сострадание? Не волнуйтесь, москвичи, слишком очень. О гиляках и ножах все таке. Пожелать вам, москвичи, на прощание. Чем отплатить за понимание, сострадание? Не волнуйтесь, москвичи, слишком очень. О гиляках и ножах все таке.